Вот ешь. Чё еще тебе? Да такого мы не заказывали, как нарисовано на картинке. Чё ты хочешь? На, кушай хлебушек, пожалуйста. А, пиво, пиво упало. Все, не понравилось ей ничего. Я возьму несколько кусков. А, давай. Давайте, сейчас дам. Держи. Есть. А, немного не хватает специй. Так у меня и... Я тебе знаю, что еще сказал. Тут еще и не хватает еще пиццы. Всем привет, дорогие друзья. Мы на канале LudoPlay. Мы играем в Tables Manners. А, перемещайте руку с помощью мыши. Хорошо, перемещайте руку вверх с помощью V. Есть. Перемещайте руку вниз с помощью S. Хорошо. Поворачивайте руку, удерживайте right button. А, right button? Что такое right button? Вот это, ну понял. Берите предметы с помощью shift button. Так, вверх-вниз. Вот так взяли. Хорошо. А, вот так вот теперь, господи. А чё он так берет бутылку, интересно? Хорошо. Открыть приложение для свиданий. Опачки. А, проведите вправо, чтобы выбрать спутника. Открыть приложение для свиданий. Ага. А, типа вот здесь, что ли? Так, подождите, мне сразу звуки сделаю. Давайте эту музыку. Вот так сразу музыку уменьшим. Эффекты тоже сейчас немножечко уменьшим. Хорошо. Теперь можно играть. Проведите вправо, чтобы выбрать спутника. Давайте откроем эту книжку. Но. Она не открывается. Ладно. А, вот у нас получается Кэмпбелл. Ты можешь... может, ты недостающий фрагмент пазла, Кэмпбелл. А, типа я Кэмпбелл выбрал, да, девчонку тут? Хорошо. Так, нажмите на фото, чтобы запустить уровень. На вот этот, на эту фото? Или на эту? Ага, хорошо, нажали. Посмотрим. Ух ты, какая красивая девушка. Как же я тебя выбрал-то? Алло. А можешь зажечь свечку? Я со спичками не в ладах. Да, без проблем. Давайте возьмем. Сейчас, подожди секунду. А почему-то спичка не берется. Так, руку пониже опусти. Еще ниже. Во. Теперь этот самый. А где у нас свечки были? Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. А, упала. Так, секунду. Руку вверх на себя. Вниз. Вот она у нас свеча. Пожалуйста, без проблем. Есть, готово. Так. А, давай выпьем вина. Подожди секунду, сейчас я этот... Подожди. Мне нужно затушить этот огонь. Все, спасибо. А, давай выпьем вина. Хорошо. Да, я без проблем. А где бутылка? Вот она. Так, руку повыше, левей. Ага. Так, ниже и берем бутылочку. Опа, давай, давай. А, нет, 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 не падай, не падай. О, все. Блин, а чё она бежит-то? А, давай, я себе сразу налью, потому что у меня тут бокал просто мой ближе. А, типа и все нормально, да? А тебе что же надо налить? Подожди секунду. О, давайте налью. Все. А, все, убирайся, бутылка, выкидывайся. А стейк недостаточно перченый. Перец. Подожди секунду, а где перец? А, вот перец, подожди секунду. У перца всегда мало, да? Ой, много вот этих штучек. Да, это точно перец. Так, стейк, пожалуйста. Че, хватит тебе? Пожалуйста. Кушай с удовольствием. А, тебе еще нужно кетчуп сделать эти самые твои фрикадельки. Вот, фрикадельки твои. Так, подожди секундочку. Вот. Я их сейчас поставлю красиво.
А, тебе нужен кетчуп, да? Ой-ой-ой-ой, кетчуп упал, слушай. Кетчуп, а ты не могла бы поднять кетчуп? Во, спасибо. Так, сейчас быстренько давай кетчуп возьмем. Оп, да ё-моё, соль. Тебе не надо посолить, слушай, случайно. Я тебе немножко посолю. Так, берись, кетчуп, берись. Оп, взял. Отлично, отлично, отлично. Так, теперь нужно вот тут посолить, да? Во. Солится, нет? А, ну подожди. На тебе нафиг, на пол. О! Нормально, все, пошло солиться. Все. Хорошо, на тебе побольше кетчупа. Так что надо добавить немножко кетчупа. Хорошо. Давай. Блин, кетчуп кончился. Все хорошо. А у них тут есть брауни. Брауни? Что это за брауни? Так, сейчас руку мы вернем в положение. Так, брауни. Ой, ты какая хорошая. Слушай, можно я тебя этот сам потрогаю? Ага, тебе нужно покормить брауни. А что такое брауни? А, это типа мясо, что ли? Так, давай, 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 давай. Опускаемся руку вниз. Берем. На тебе цветочек сразу. Так, давай, что мне надо тебе покормить? Что такое брауни? Брауни, ну давай, это типа мясо. Но оно не берется. Давайте свою брауни дам. На, ешь. Ты что, не хочешь? Ладно. Брауни это что-то другое. А, ну вот здесь где-то брауни. Вот оно, брауни, слушай. Так, а ну-ка, подожди, не берется нифига. Свечка еще здесь. Давай, брауни, иди нафиг. А, вот брауни, алло. Блин, вот же брауни. На, ешь. Ой, покормил, наконец, хорошо. Так, официант, официант, что там такое? Очень вкусно, спасибо тебе большое. Ух ты, я даже прошел, смотри, прикинь, нормально. А, чек, типа, а, что это такое, значит? Ага, время. А, еще раз или домой? Нет, домой давай, зачем нам еще раз? Хорошо, смотри, мы с ней нормально поладили. Так, смотри, здесь показывается, как что нужно делать с рукой. Так, ладно, это неинтересно. Так, давай другую телочку, вот эту давай возьмем. Опа, есть Куини, Куини. Поехали на свидание с Куини. Следующая серия Куини. А, это Куини или та же? Слушай, а? Так, у нас что такое тут у нас получается? А, надо уже что-то заказывать. Хорошо, давай закажем. А, что закажем мы? Так, заказ. А, давай закажем пиццу и закажем гамбургер. Так, а еще что-то надо заказать? Ну, давай пиво. А, все, заказать. Все, заказ у нас. Отлично. А, что ты... А, ты нальешь нам пиво? Да, без проблем. Оп-оп-оп-оп-оп, пиво, пиво, пиво. Ой, оно стало разливаться. Так, ё-моё, быстрее бери. Во. Так, пиво готово. Давай я тебе налью пиво. А что ты так за бутылочкой следишь-то, а? А? Пиво хорошее, вкусное, крафтовое. Давайте сейчас налью. Ой, подожди. Ай, куда нафиг? Подожди. Так, где твой бокал? Вот он, да? Да ё-моё, а чё ты его роняешь? На, пей, короче. Пей, на, с горла пей. Блин, да, ё-моё. Давай. А чё ты с горла не хочешь попить? На, попей с горла. А, нафиг. Так, чё тебе ещё надо? Тебе чё ещё надо, а? Пиццу? Так, поднимаем, сюда идем. Так, берем пиццу. Кусочек пиццу. Пожалуйста. На.
А, еще таких этих. Подожди, а у нас хлеба нету. Реально. Так, а ну-ка. А, может быть тебе бутербродик сделать? На, подожди, сейчас. Вот, на, бутерброд ешь. Что еще тебе? Да такого мы не заказывали, как нарисовано на картинке. Что ты хочешь? На, кушай хлебушек, пожалуйста. А, пиво, пиво упало. Все, не понравилось ей ничего. Я возьму несколько кусков. А, давай. Давайте, сейчас дам. Держи. Есть. А, немного не хватает специй. Так у меня и... Я бы тебе, знаешь, что еще сказал? Тут еще и не хватает еще пиццы. Потому что пицца упала одна. А, ну вот еще пицца, кстати. Вот еще пицца. Ай, не уходи. Берись. Берись, я сказал. Пицца. Опа, на тебе еще. Готово. Так, вот три кусочка. Вот еще один кусочек лежит. Так, секунду. Есть, готово. Хорошо. Что еще тебе надо? Что тебе еще надо? А, кетчуп и перец. Хорошо, поперчить и посолить. Так, ниже. Берем перчик. Во! Хорошо. А теперь... А, нужно заказать вот эти вот сухарики, ты хочешь, да? Ладно, заказать. Все, сейчас придут. Вот они, сухарики. Оп, подожди секунду. Ой-ой-ой, не падайте. Ой, есть один. На, держи. Пожалуйста. А, свечку тебе... А, так, а свеча упала. Подожди секунду. Так, сейчас сделаем. Нет, давай это уберем на пол, и оно восстановится сразу же. Вот я смотрел так. Должно быть, смотри. И оно сразу... Вот, видишь, да. Все, это все выкину. И сейчас оно окажется опять у меня на столе. Вот, видишь, на столе остается. Только у нас что-то на свечку упала какая-то коробочка. Нафиг она не нужна. Ладненько. А, берем свечку. Ставим. Берем спичку. Спичку берем. Вот так. А ну-ка берем, берем, берем. Так, спичка, берись. Да ё-моё, кыш. Так, не берется. Ладно, тебе нужно накормить еще брауни заказать. Хорошо. Заказать. Ой-ой-ой-ой-ой. Оп, берем кусочек. Так, подожди секунду. Один кусочек остался у нас. Так, аккуратненько берем. Вот. Давайте, я сейчас покормлю. Кушай. Хорошо. А теперь нам нужно этот посолить, вот эту штуку, да? Давай, быстренько сейчас. Где там, что ты там хотела? Вот эту штуку посолить. Все нормально, да? Или что? Отлично, отлично, мы заработали какие-то очки. А, звездочки, сердечки. Все, домой. Все, до свидания. Ну что ж, дорогие друзья, будем на этом заканчивать. Такая у нас получилась, такое получилось свидание. Так что будем играть в игрушку эту. Пиши комментарий, понравилось тебе или нет. Всем большое спасибо за просмотр. Всем до новых встреч. Всем пока-пока.